Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня у меня снимается последнее видео из рубрики «Ароматы всех цветов радуги». И в эту рубрику вошли черные, белые и коричневые ароматы. И начну я с самого черного аромата от компании Avon Mesmerize Black. Это древесно такой цитрусовый аромат. Он смоленистый, пудровый. И основным аккордом у него все-таки являются белые цветы. Белые цветы делают его таким более нежным, хотя аромат сам по себе достаточно сильный и яркий. Выпущен он был в 2015 году, и композиция у него состоит из нот мандарина, жасмина и австралийского сандала. Я уже рассказывала про этот аромат, что он на любителя, не каждому он понравится, но я была им просто действительно очень сильно восхищена. Он для меня показался таким идеальным, потому что сочетание цитрусовые нотки с жасмином очень идеально здесь как-то совмещены. Поэтому пробуйте, аромат очень даже ничего. Далее идет аромат Outspoken by Ferdge. Это уже аромат, который давным-давно вывели из каталогов, хотя он был выпущен довольно-таки давно, в 2010 году, и, наверное, лет 5 его можно было купить. Это фруктово-древесный аромат. Здесь есть кожаная такая нотка, а в то же время аромат еще является и восточным. Основной аккорд здесь также белые цветы. И еще аромат, он прям настолько такой четкий, дерзкий. Здесь сразу слышны при первом же восприятии ноты черной смородины. Действительно, она есть в этом аромате. Также есть здесь карамбола, лесные ягоды. И это сочетание также очень идеально в этом аромате сочетается. Ну, куда же без жасмина? Не обошлись мы в черных ароматах без него, потому что, по моим наблюдениям, во многих черных ароматах все-таки содержится жасмин. Он утяжеляет аромат и делает его более таким серьезным. Жасмин, тубероза, остроцвет, эбеновое дерево, ветивер, кожа дополняют этот аромат и делают его более таким сильным. Еще одним черным ароматом представлена коллекция Imore Elixir. Также восточно-цветочный аромат, но здесь уже нотки немного другие. Абсолют розы, ежевика, ваниль. Они делают аромат таким легким, сладковатым, нежным, таким изящным. И чувствуется в нем именно такая ванилька, нежная, не химозная, а какая-то такая, как органическая. Ну, ежевичка тоже сыграла свою такую положительную роль. Она его облегчила и сделала таким немного с кислинкой. Ну и, наверное, самый популярный аромат из черной коллекции — это маленькое черное платье, или по-другому Little Black Dress. Восточный, цветово-фруктово-древесный, сладкий, смоленистый. Основной аккорд — белые цветы. Был выпущен в 2001 году. Аромат очень такой интересный. Ноты, из которых состоит аромат, их достаточно здесь много. Это такой многогранная парфюмерная водичка. Цикламен, кориандр, африканский инжир, жасмин, цветок абрикоса, гордения, иланг-иланг, розовый пион, бобы тонко, мускус, сандал и японская слива. Все вместе они представляют этот великолепный, чудесный аромат. Классика Avon. Он, наверное, никогда не выйдет из моды, и сейчас, конечно, о нем немножко подзабыли. Раньше, где-то в 2000-х годах, этот аромат можно было почувствовать или услышать практически от каждой молодой, среднего возраста, девушки, женщины. Очень он был популярный. Но сейчас, я думаю, тоже охота взять его и вспомнить ту классику. Хотя я заметила, когда он постоял, настоялся, он стал еще более таким шлейфовым, завораживающим и таким каким-то более облегченным. Его тонкая восточная нотка, она придает какой-то такой аромат в шлейфе, на который невозможно просто не оглянуться, не посмотреть и не спросить,
каким ароматом мы попользовались. В общем, классика, что еще сказать, классика есть классика. Продолжая с коллекцией Little Black Dress, также выпущен был Little Lace Dress. Это тоже такой отголосок именно черных ароматов. Он отличается от классического тем, что здесь более такие цитрусовые нотки. Он, соответственно, он фруктово-цитрусовый. Основной аккорд здесь пачули, белые цветы. Выпущен был в 2016 году. Этот аромат я очень люблю, мне он понравился, потому что когда... Также я хочу заметить, что он, когда настоялся, он стал более таким каким-то мягким. Ноты: сицилийский мандарин, черная смородина, черный ирис, жасмин, о котором я говорила, практически в каждом черном аромате, и пачули. Очень-очень такой интересная парфюмерная водичка. Она прям настолько интересно звучит, когда ее наносишь на волосы, как-то это даже придает какую-то изюминку, потому что на волосах все мы знаем, что парфюмерия держится дольше, чем на теле. И вот на волосах все нотки постепенно начинают раскрываться, и чувствуется и ирис, и чувствуется черная смородина, и пачули. И вообще это все вместе в сочетании очень классно звучит. В моей коллекции также присутствует вот такой вот черно-зеленый аромат, который называется Little Black Dress Can French. Честно скажу, аромат меня не впечатлил. Для меня он показался каким-то отголоском вообще из каких-то конца 80-х, начала 90-х. Цветочно-фруктовый, свежий, тоже заявлено, что он цитрусовый, мускусный. Основной аккорд у него роза. Вот в виде розы основного аккорда этот аромат мне и не понравился. Как-то здесь роза не сочетается. Выпущен он был в 2015 году, но его быстренько и благополучно сняли с производства. Ноты: лимон, грейпфрут, цветочные ноты: пион, мускус. Чем-то ноты похожи на предыдущий аромат, но как-то эти ноты, я уже сказала, они просто-напросто нет, для меня не сочетаются. Аромат меня душит, аромат меня, я чувствую его постоянно присутствие, хотя стойкость у него 4-5 часов, пользуюсь им в домашних целях, но даже дома он меня раздражает и хочу от него побыстрее избавиться, но уже несколько лет не могу просто его даже в домашних целях выбрызгать. И даже я предлагала подарить этот аромат, но также он никому не понравился. Из серии платьишек попало вот такое вот платье с пайетками. Оно такое черно-розовое, но я его решила все-таки включить именно в эту коллекцию ароматов. Это уже тропический такой фруктовый аромат. Он цветочный. Также он еще и белоцветочный, и цитрусовый. Чувствуется в нем сладость, восточность. Ноты: мандарин, манго, гордения, экзотические цветы, амбра, мускус, сандал. Ну, достаточно интересный такой аромат, такой игривый, какой-то легкий. Что-то в нем такое есть достаточно интересное. Для меня, скорее всего, я чувствую вот именно эту экзотику манго. Этим меня этот аромат привлек, хотя брала его без тесто и осталась им очень даже довольна. Пользуюсь и наслаждаюсь просто этим прикольным ароматом. Также в эту коллекцию попал вот такой вот аромат Sport Vitality. Можно, конечно, сказать, что я бы его отнесла к розовым ароматам, но нет, увы и ах, потому что все-таки он, наверное, все-таки бело какой-то розовый, он цветочно-фруктовый, цитрусовый, был выпущен в 2015 году. Ноты у него лимон, зеленое яблоко и водяная лилия. Он такой какой-то вот именно беленький, нежненький, хотя спорт, как правило, должен быть аромат таким бодрым, таким каким-то возбуждающим, но этот аромат, он более спокойный и приличный. И, к сожалению, когда я снимала видео про розовые ароматы, я совсем забыла об аромате Фам.
Но сейчас, так как у меня попали и розоватые ароматы, поэтому я решила его включить именно в эту коллекцию. Фам, ну не знаю, сняли его с производства, я не знаю, для чего они сделали, хотя они сделали перевыпуск, но девчонки говорят, что совершенно аромат из серии Ив не похож на классический фам. Сам фам цветочно-фруктово-цитрусовый аромат. Он такой пудровый, основной аккорд у него белые цветы, был выпущен в 2014 году, завоевал просто колоссальную популярность и любовь многих-многих-многих. Ноты у него розовый грейпфрут, фиалка, слива, жасмин, орхидея, магнолия, амбра, персик и также еще присутствуют древесные ноты. Ну, аромат такой весенний, он легкий, он очень хорошо раскрывается именно в весеннее время года, потому что если его наносить где-то в помещении или в теплое время, то он немного душит, а вот на ветерке хорошо проявляет себя, дарит такую какую-то свежесть. Мне даже он напоминает чем-то Виву Лавиту, потому что когда шлейф начинает развеиваться, то я чувствую как-то вот именно вот эту нотку, которая в нем присутствует. Из белых ароматов самый-самый популярный в компании Avon это Pure Blanco, классическая или по-другому ее называют белая. Это классический, самый популярный аромат из всех Pure Blanco. Выпущена была в 2003 году, ни разу ее не снимали с производства, постоянно шел перевыпуск, какие-то лимитки выходили, но аромат все-таки, мне кажется, если и менялся, то как-то незначительно. Цветочный, свежий, водяной, мускусный аромат. Основной аккорд роза. Ноты композиции: белая фиалка, белая роза, белый сандал и гелиотроп. Очень они интересно все вместе сочетаются. Также здесь присутствует иланг-иланг и водяная мята. Вот водяная мята, я ее прям отчетливо слышу, потому что покупала я в таких масло именно эфирное водяной мяты. И вот, знаете, такое ощущение, что это была пюрбланка. Очень интересно это все раскрывается. Вообще, конечно, если взять ее остальные ароматы из коллекции пюрбланка, то кому-то нравится синий, кому-то там розовый, но многие все-таки отдают предпочтение белому. По-другому сказать, аромат ностальгия, аромат какой-то такой школьных, студенческих лет. Он нежный, чувственный, мягкий, светлый, белый. Аромат какой-то такой ранний, такой весны. Он открытый, симпатичный и смелый. В белых ароматах был перевыпущен аромат Pure. Также очень такой цветочно-белый, в то же время с каким-то зеленым подтоном аромат. Он озоновый, мускусный, свежий, прямой. Выпущен был в 2017 году. И сами ноты, они такие какие-то водянистые и свежие. Хотя по своей сути аромат достаточно простой, потому что все-таки это туалетная водичка, держится она недолго. Основной аккорд, основная нота это водная лилия, которая делает этот аромат таким каким-то утяжеляющим. Также здесь присутствует жасмин, который в то же время делает опять аромат тяжелым. Хотя он и свежий, он и тяжелый. Ну, простенький, простенький, он очень хорошо раскрывается в какие-то тоже весенне-летние деньки, такие прохладненькие, но покупают его, люди пользуются, есть спросы на эту туалетную водичку. Я ее держу для коллекции, хотя, в принципе, ей практически не пользуюсь. В коллекции Skin Essence есть аромат Blooming Lotus. Это у нас аромат с
с таким нежным лотосом. Он цветочный, свежий, водяной, мускусный. Был выпущен в 2015 году. По-моему, в этом же году его сняли благополучно с производства. Нотки у него лотос, белая фрезия и мускус. Как-то так все это нежно сочетается. Он такой прям легкий, чистый. Стойкость очень сильно низкая. Он не навязчивый. И им приятно пользоваться. Я бы даже его назвала таким каким-то девичьим школьным ароматом. Далее идет у меня давно снятый с производства раритет компании Avon Sport Light. Такой мускусно-пудровый аромат, свежий, цитрусовый, цветочный. Давненько он был выпущен, в 2009 году. Ноты у него мандарин, бергамот, белая фрезия, мимоза, тубероза, ветивер, сандал и мускус. Аромат свежий, аромат ненавязчивый, он такой холодный, какой-то звонкий. Присутствует в нем такая кислинка прям конкретная. Летом в самый раз пользоваться им. Также, как он написано, что он очень подходит для таких спортивных людей. Пользовалась им в тот момент, когда занималась спортом. И действительно, как-то он охлаждает и прекрасно дает шлейф, когда бежишь или что-то делаешь, развивается. Развивается этот аромат не на один метр. В принципе, людей не напрягает, но так, конечно, жалко, что его сняли с производства. Далее идет у меня коллекция ароматов из серии Rare. Это первый идет диамант, и их уже и перевыпускали, и сняли с производства. Но это Rare диамант, свежий такой амбровый цветочно-фруктовый аромат. У него основной аккорд белые цветы и пачули. В то же время он восточный. Ноты у него сливовый цвет, гуава, пион, жасмин, гордения, орхидея, кашмирское дерево, пачули и амбра. Ну, не знаю, кому как, но мне этот аромат пахнет какими-то 90-ми годами. Где-то я даже слышала, что пахнет он бабушкой. Не знаю, конечно, пахнет ли он так, но все-таки есть одна такая неуместная нотка какая-то. Я даже не могу понять сочетание чего с чем. Все-таки думаю, это жасмин сочетается с пачули или с кашмирским деревом, что идет такая назойливая, надоедливая нотка. Она делает аромат удушающим, хотя, когда его наносишь, то сразу какое-то чувствуется легкость. Но потом как-то начинает это все душить, навязчив для окружающих. Также им пытаюсь его убрать из своей коллекции и пользовалась им дома, в домашних целях, но он меня просто убивает. Подобный аромат предыдущему – это Rare Pearls. Он сладкий, цветочно-медовый, древесный, смоленистый, свежий, пудровый. Был выпущен в 2004 аж году. Долго-долго он продавался. Я его покупала в 2014 или 2015. Очень долго. Не знаю, тоже есть у этого аромата, знаю, кто его любит, но для меня он так же, как и предыдущий, просто навязчив, назойлив и надоедлив. Хотя, как я уже говорила, изначально первая нотка, она свежая, спокойная, позитивная, но потом аромат уже очень удушлив. Ноты, из которых состоит аромат: палисандр, белый мед, слива, магнолия, мускус, сандаловое дерево и пачули. Вообще вся серия Rare, она действительно на любителя. В 2016 году произошел перевыпуск этой коллекции и были добавлены еще 2 или 3 аромата. Один из них Rare Platinum, который вы сейчас видите. Это цветочно-фруктовый аромат. Он, композиция состоит из белых цветов, светлой такой древесины и белого грейпфрута. В целом аромат неплохой. Первоначальные ноты тоже мне
безумно понравились, но потом почему-то опять он меня душит. Но вот если говорить о всей серии Рея, то есть у них еще аромат такой в фиолетовом флаконе. Вот он не душит никак, он просто меня восхищает. Он просто, наверное, является самым моим любимейшим ароматом вообще на данный момент. Но вот именно вот эта серия, вот эти три аромата из этой серии, они как-то что-то как-то мне не пошли. Далее идут у меня коричневые ароматы. Это классический Имари или Имари, не знаю, как правильно, восточно-цитрусово-пудровый адельгидный аромат, основной аккорд роза и пачули. Был выпущен в 2015 году. Аромат такой какой-то все-таки нелегкомысленный, он по-своему красив и изящен. Может быть, потому что здесь содержится ноты композиции итальянский лимон, бергамот, альдегиды, ирис, жасмин, роза, амбра, ваниль, пачули. Вот лимон я здесь чувствую, но он какой-то необычный. Этот аромат, он, безусловно, тоже на любителя. Вообще все ароматы, они на любителя. Одному нравится, другому не нравится, но этот аромат меня изначально зацепил. Я им прям первое время настолько часто пользовалась. Где-то он мне пах такой настоящей пепси-колой, где-то он мне пах каким-то таким лимонным смешанным с ирисом, и проглядывалась в нем нотка вот эта ванильная. Ну, в общем, конечно, аромат такой был прикольный, но когда вышел еще третий аромат из этой серии, то, конечно, я все уже убрала Имари и начала пользоваться последним самым ароматом из этой же серии. С компанией Avon закончили, теперь переходим к компании Yves Rocher. И тут представлен аромат в такой коричневом красивом бутыльке. Это коллекция Secret Descents, это у нас ваниль. Ванильный аромат, он есть ванильный, потому что ваниль, она, как правило, может являться таким основополагающим компонентом, из которого и будет состоять полностью весь аромат. Восточно-гурманский аромат был выпущен в 2011 году, и главная и основная нота, как я уже сказала, ваниль. Какая ваниль? Органическая, бурбонская или еще какая-то? Я не знаю, косметическая, но, скорее всего, косметическая, потому что она пахнет не химозно, не как-то органически, а что-то такое парфюмерное, изящное, нежное. Стойкость колоссальная, очень долго держится. И, наверное, аромат этот любят многие. Частенько у девчонок видела в обзоре, когда Yves Rocher раздаривала, сразу же все делали заказы, главное, чтобы получить этот аромат. Следующая парфюмерная водичка компании Yves Rocher Soul Elixir Bois Sensuel. Это такой восточно-цветочный аромат. Он был выпущен в 2015 году. Ноты ирис, пачули и та же самая ваниль. Компания Yves Rocher любит добавлять ваниль, розу, а это прям их такой конек. И этот аромат, я знаю, его любят ну просто многие, хотя те, кто не любят такую композицию, они называют такие ароматы тяжелыми, какими-то надоедливыми, но для меня он идеален. И я знаю одного человечка, который обожает этот аромат, и я соглашусь, потому что тоже люблю, наслаждаюсь им и постоянно компанию Роше вспоминаю только хорошими такими какими-то словами. В Роше есть и белый ароматный, но он единственный, это нероли, также серии Secret Descents, цитрусовый, такой какой-то живой, легкий, яркий аромат. Он взял тем, что в его составе, его композиции содержится самый такой главный и необычный ингредиент – это горький апельсин. Горький апельсин, листья пятигренов, линдоранж, мускус. Был выпущен в 2013 году.
И вот этот горький апельсиновый постарались просто в этом аромате сочетать по-разному, потому что были добавлены не только именно сами шкурки горького апельсина, но и были добавлены листья горького апельсина. Все это вместе совмещено, были сделаны эфирные масла, которые создали основу этому аромату. Ну, аромат на любителя, он более спокойный. У этого аромата достаточно больше людей, которые его обожают. Я, в принципе, его тоже люблю и пользуюсь частенько. Еще один белый аромат от компании Yves Rocher. Это у нас кокосовый орех туалетной водички. Сама водичка, она такая простенькая, хотя заявлено, что она восточно-гурманская, была выпущена аж в 2000 году, и ноты у него кокос, сам кокос также было добавлено помимо стружки кокосовой, еще кокосовое молоко. Но не знаю, кому как, я, честно говоря, не сильно поняла этот аромат, для меня это такое какое-то баловство, потому что на мне он держится 15 минут, а потом я его не чувствую, но аромат на самом деле неплохой, такой какой-то интересный, экзотический и летний. Также к белым ароматам я отнесла водичку «Снежная ваниль». Эта ваниль меня очень сильно удивила и покорила, потому что не почувствовала я здесь какой-то обычной органической или бурбонской ванили, а почувствовала я в этой туалетной водичке запах сладостей, запах зефирок, таких вот беленьких, розовеньких, свежих, у которых срок годности, буквально их сделали только вчера. Вот это очень-очень удачная водичка и удачная лимитка 2017-2018. К сожалению, купила только один флакончик. Как-то даже не подумала о том, что водичка будет быстро раскуплена, и ее невозможно будет уже приобрести. Но рада хотя бы, что у меня водичка эта присутствует. И можно увидеть, что я ей достаточно активно пользовалась, но сейчас решила ее приберечь до зимы, потому что я думаю, таких лимиток больше и в Роше выпускать не будет. Наконец добрались до компании Faberlic. Любители Faberlic, оставайтесь со мной. Популярнейшая парфюмерная вода Incognita. Цветочно-фруктовый пряный аромат. Ноты клементин, айва, яблоко, роза, жимолость, персиковый цвет, амбра и мускус. Все в этом аромате сочетается. Для меня он действительно пряный, такой сладковатый, интересный, такой зазывающий, им охота пользоваться, он не надоедлив, он открыт, им не стыдно его нанести и выйти куда-то в общество, потому что аромат очень интересный и прям такой открытый. Еще один беленький аромат от Faberlic Aura. Он цветочно-древесно-мускусный, цитрусовый, пудровый, животный, основной аккорд белые цветы. Был создан аж в 2000 году. Ноты гордения, пион, мандарин, бергамот, фиалка, франжипани, магнолия, белая фрезия, ваниль, сандал, белый кедр. Я чувствую ноту цитрусовую. Я чувствую здесь гордению, есть фиалка, как-то он у меня, этот аромат застоялся, я о нем совершенно позабыла, сейчас я его понюхала, и это, конечно, просто божественный аромат для тех, кто любит цитрусовые такие легкие ароматы, я думаю, вам он просто-напросто понравится. Следующая парфюмерная водичка Faberlic Urban Legend, цветочно-фруктовый, ноты апельсин, абрикос, жасмин, пачули и ваниль. Чем-то она напоминает мне предыдущую, но единственное, вместо вот, как бы цитрусовая нота, она, безусловно, сохраняется. Здесь представлен апельсин. Он более
ярко раскрывает эту водичку, она становится такой какой-то подчеркнутой, что ли, как бы идеальной. Тоже как-то я вообще забыла, потому что очень много ароматов, не до всего доходят руки, но вот сейчас опять как-то мне захотелось начать и все-таки очень хорошо протестировать эти ароматы, чтобы понять, и нравятся они мне настолько хорошо или нет. И серия Романия представлена у меня в белых ароматах водичка Маск. Здесь в чистом виде мускус. Он, ну вот кто любит мускус, те меня поймут, что ну, мускус, в общем-то, не каждый любит, потому что первое время, когда я смотрела обзоры на эту водичку, то девчонки, которые обожают мускус, они ее так расхвалили, что я просто не смогла ее не купить. А когда я ее прикупила, то я не смогла пользоваться ей из-за того, что здесь мускус в чистом виде, он начал меня душить, раздражать и отбил все желание просто пользоваться этой водичкой Аромания. Ну, не знаю, конечно, все-таки водичка, наверное, на любителя. От компании Oriflame представлен всего лишь один такой вот какой-то легкий подростковый аромат. Не хотела его показывать, потому что там прям немножко-немножечко, но решила все-таки его включить, потому что по отношению к этой водичке будет нечестно, если я ее вам не покажу, хотя я ее уже показывала. Это Air, аромат был выпущен в 2000 году, ноты ландыш, черная смородина и тиаре. Мне он безумно нравился. Это у меня сохранена память об одном человеке, которого уже сейчас нет, поэтому я его вам показала, ну так, что у меня он действительно стоит в коллекции с белыми ароматами. Ну куда я без своего любимого бренда Доктор Пьер Рико, который для меня стал очень родным и таким любимым именно в 2017 году. Приобрела я парфюмерную водичку Магнолия Альба, древесно-цветочный аромат. У него ноты гиацинт, фризия, бергамот, груша, магнолия, альба, роза, лилия, кашемировое дерево, эссенция белого ветивера, ваниль, хлопковый, извиняюсь, мускус. Ну, вот эта водичка мне прям, я скажу, ну, наверное, не очень понравилась. Наверное, потому что она для меня показалась такой какой-то более легкой. Чего-то я ждала от нее, какого-то такого мощного, но Магнолия мне здесь не пришлась по вкусу. Хотя второй аромат, который с розой и в пробнике мне понравился, но никак его не дают в подарок, но в ближайшее время, я думаю, обязательно мне получится его приобрести. Ну, в целом, водичка неплохая. Те, кто любят беленькие, зелененькие ароматы, розовенькие, такие легкие, то обязательно присмотритесь, потому что, я думаю, вам этот аромат очень даже понравится. И в моей коллекции присутствует еще один аромат от Доктор Пьер Рико. Это Эклат Этернель. Цветочный, такой прям легкий аромат. Бергамот здесь, тубероза, жасмин, кашмировое дерево и ваниль. Аромат этот тоже меня не очень впечатлил. Не знаю, почему как-то беленькие эти ароматы, они здесь мне показались какими-то не моими. Но в любом случае для коллекции пускай стоят, никому дарить не собираюсь, буду хранить их, потому что, может быть, они постоят, приобретут совершенно другое звучание, и я их полюблю. Ну а на этом я хочу завершить свой обзор видео. Я думаю, для тех, кто ждал это видео, оно будет полезным, кому-то оно просто понравится. Обязательно ставьте пальчики вверх, но это чисто для статистики нужно. Ну а так, конечно, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи, добра и, конечно же, здоровья. Пока-пока.